В Алматы выявлена циркуляция индийского штамма коронавируса, который получил название «Дельта». Об этом сегодня заявил главный санврач мегаполиса Жандарбек Бекшин. В том, что именно «Дельта-штамм», специалисты убедились, получив результаты секвенирования вируса, полученного в одной из проб. Напомню, особенность штамма в том, что он очень быстро передается от одного человека к другому. Один такой больной может передать вирус сразу шестерым, тогда как от других штаммов заражаются 3-4 человека. При этом инкубационный период индийского штамма составляет неделю. В этой связи Бекшин напомнил о важности вакцинации и заявил, что отечественная вакцина «Казвак» блокирует любой мутировавший вирус вид коронавируса. Также он не исключил, что теперь в Алматы могут ввести новые ограничения. В настоящее время ужесточен санитарно-эпидемиологический контроль в международном аэропорту Алматы и на железнодорожных вокзалах города. Все зависит от нас всех вместе взятых, поскольку только в едином комплексе мероприятий мы сможем говорить, что будет ли, не будет локдаун. На сегодня этот вопрос не стоит. Один случай, вы уже про локдаун говорите. Надо лучше говорить, нам нужно, как не допустить локдауна. А для этого надо вакцинироваться и выполнять все ограничительные меры, которые перед вами ставят эпидемиологи. Напомню, по данным Минздрава, вероятность распространения индийского штамма в Казахстане очень высока. В столице он предварительно подтвержден у 56% пациентов, чьи анализы прошли дополнительное обследование. В связи с этим в Нур-Султане также введут новые карантинные ограничения. Отмечу, по данным ВОЗ, индийский штамм обнаружен уже в 92 странах мира. Он на 60% заразнее его предшественников.